Становится все быстрее и быстрее, уже язык не успевает. Нужно сокращаться. Так куда сокращаться? Уже и сократили все, что могли. Нет, смотрите. ЗАО, СП, СВЧ, ПМЖ, НДС. Меняю БМВ на БМП, можно БУ. На столбе объявления ПП68ИВО и НП. Шифровка. Да. Штирлиц голову сломает Мюллеру. А у нас любой пацан понимает, что ПП68ИВО и НП значит пожилая пенсионерка 68 лет ищет высокооплачиваемую работу. Иди мне предлагать. Вы знаете, у нас такое впечатление, что мы так скоро вообще разговаривать будем. Вот представьте себе ситуацию. Приехал кто-нибудь вот из Киева, с Украины, да, в Россию. Да. Первым делом куда? На базар, на рынок. Здравствуйте! А это сколько у вас С? Это С-55УЕ. С-С? ПП-УЕ. За вот это, извиняюсь, Г. ПП-УЕ? За эту прекрасную В. ПП-УЕ. Ну хорошо, торг У? У, но не Ж. А почему это торг не Ж? Потому что все равно Б, ПП, УЕ. Слушай, на тебе 15 и паре. Глянь мне в Г. Я похож на И. Очень похож. Я похож на И? Ты за это Г просишь ПП, УЕ, значит ты И. Сам ты вонючий К. А за базар ты О. Пущу. И не просто О, а О-О-О. Ладно, черт с тобой, 25. ПП-УЕ. Хорошо, ПП, но гривнями У. Чего? Ну, украинскими Г. Слушай, ты сам откуда Б? Из У. А, из У. Так бы сразу и С. Не понял, а чем это тебе не нравится наша У? Тем, что там же одни хитрые хэ. Шо-шо? А вас уже рассказывают А. Шо-шо? Говорят, когда родился хэ, заплакали все Е. А вот мы, между прочим, скоро в НАТО. П, у вас глаза на лоб В. А мы вам газ П, будете свой Ню. Да ну что, пошел, успокойся. Я пошутил. Шуточка. Ну, как вы там, Же? Хэ? Подожди, не понял, Хэ или Хэ? Ну, иногда Хэ. А иногда очень Хэ. Зарплату П. П, ну хэ. Цены все время ле. Кварплата Б. За свет Д, за газ Д, за садик Д. Врач ёкал мене, бензин ёпар СТ, блин. А у нас еще хэ. Слушай, бери ее Д. Ну что, эту прекрасную вещь Д? Для хорошего человека никакого Г, ни Ж.